Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатару ваше кипал синду бхавачо патитананг павуне бхавишну бибью намо нама нараяна намаскитта норунче ивана раттамам девинг сарасватинг весам тато жайо мудира шанкиртане кришна катху пудеше гаурия патросо пракаса неча Садану рапта гуру бхакти жукто бхакти прамадакша жагод барану дейям сада парибхавагна мабишто духам тетас падам сева биринчану там сараньям биттатихам панутопал бхавадипутам банде махабурушате чаруна арвиндам Ятпада паллабана качанда мани чатая, биспуржита кимапикабавадушвадарши, пурнану рагара сасагара сару мурти, сарадхика мои када кхам краши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шивадхайта Гададхара Сивасади, Гаура Бхакта Винда, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодато, Шанкиртану капитару камала йотакшо, Вишамбару диджабару джугадхарма пало, Банде жагат приякару, каруна аватару, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Суроир Бандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно прияманго мада апхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джушша бадане Лакшмир джаша ча бхакшаси Джасьясти хиде самбит Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Тадева Раммам Ручирам Навам Навам, Тадева Шакшат Манасо Махасадам, Тадева Сокарна Басосанам Нинам, Джадуттама Слоко Джасо Онугихати. Тадева Рамьям Ручирам Навам Навам, Тадева Шашад Манасо Махасавам, Тадева Сокарна Басосанам Нинам, Джадуттама Слоко Джасо Онугихати. Гаурия Гоштипати, Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Гуди Гуштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Джагадгуру спрашивает нас, сколько пратишти нам нужно, сколько денег нам нужно.
сколько образования нужно. Не нужно никуда идти, почему вы как сумасшедшие с корыстными желаниями ходите туда-сюда. Я приходите ко мне, я объясню вам, сколько практически вам нужно, но можете ли вы переварить это. Если вы не сможете переварить, то не обвиняйте меня. Если у вас есть Гуру Бхакти, то тогда вы можете переварить. И вот Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, сколько пратишти вам нужно. Сколько образования нужно? Почему вы тут и там бегаете? Приходите ко мне, я дам вам все, но можете ли вы переварить это, принять? Если не можете, не обвиняйте меня. И вот мы должны ждать, пока мы станем зрелыми, взрослыми. Гуру Вайшнавы ждут и смотрят, кто. Достиг того уровня, на котором они могут делать что-то полезное. Вот Госвами Махарадж, Бонда, Госвами Махарадж никогда не заявляли, что они хотят ехать на Запад для проповеди. Все желания являли сердце Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасвати. И тогда он послал именно их, а не кого-то другого, в соответствии с желанием Гуру и Вайшнавов. Если мы совершаем какое-то служение, то нет никакого вопроса, ни успеха. Это будет успешно, несомненно. Иногда мы шаранагати на словах проявляем, но на деле это другое. Когда приходят какие-то испытания, многие не выдерживают. Я могу привести пример, хотя он трансцендентен, к материальному миру неприменим, но все же Арджуна задает вопрос один за одним. Бхагаван Си Кришна отвечает. Свадхи мам там прапанья. Вот Махарадж произносит, что я сейчас в растерянности. Не могу понять, что делать. И вот я предаюсь твоим лотосным стопам, научи меня, что хорошо для меня. Но все же Арджуна не прекратил задавать вопросы. Вы не поверите, я знаю вас лучше, чем вы знаете себя. Но проблема в том, что вы не можете поверить мне. Если вы примете меня как доктора, ачарью, тогда вы должны зависеть от меня, то лекарство, которое даю вам, должны принимать, но не все могут. Арджун говорит, я нахожусь в таком растерянном состоянии, свати, вам папаньям, я предаюсь, научите меня, но все же. До 18 главы мы видим, Арджуна говорит, задает сотни вопросов. И вот Арджун задает много вопросов, если вы уже уже поверили, зачем задавать столько вопросов. И в итоге в 18 главе, когда они достигают того уровня, то Арджуна в итоге говорит, в начале всего, Свадхи мам твам прапанья говорит, научить меня, но он не действует в соответствии с этим, только задает вопросы. Конечно, это по воле Юга Майя все происходит. Но если с точки зрения обусловленной души смотреть, то ответ мы получим. И если мы предаемся Верховному Господу Шри Кришне, Кришна говорит, если вы предадитесь мне все, что я делаю, почему, а все, что я говорю, почему вы не предаетесь? Задаете вопросы бесполезные. И вот
когда Бхагаван Си Кришна, он отвечает, Арджуна говорит, да. Арджуна говорит, что я готов делать то, что ты хочешь, но до этого он как бы говорил, что предается Кришне, но делать то, что Кришна велит, он не мог. Ну, конечно, это йога-майя тут влияет, еще что-то, но все, Арджуна согласился, хорошо, я сделаю все, что хотите. И вот проблема, может быть, я приведу пример, чтобы вы поняли. Один мальчик, пошел учиться, какой-то экзамен государственный индийский, он сдал, что там. И вот дома сладости, как Кришна, когда родился, являл лилу игры с продуктами, и вот кидался маслом, сладкими шариками, остальными, вот. И дети иногда так играют, и вот тот мальчик попросил мотоскутер, мопед, у отца, кто сказал, маленький еще, не надо тебе тут отнимать, начал давить, что тебе жалко, что я дай ему отцу мопед на 5 минут, что ты от сына не любишь. И вот отец сказал, хорошо, бери ключ, иди, езжай. И вот этот мальчик с огромной радостью поехал быстро на этом мопеде, выехал на трассу, и тут грузовик его переехал, он этого не заметил. Вот 10 минут назад он был очень, радовался жизни, и тут внезапно оказался переханным грузовиком. Сейчас эта радость сменилась горем. Отец подозревал, что бестолковое вождение приведет к таким результатам, но мать об этом не думала. И поэтому много примеров я могу привести. Васиштха Муни, может, вы слышали? Или имя Вишвамитра? Вишвамитра Муни много раз говорил Васиште. Почему бы вам не подтвердить, что я Брахмариши? Я тут много аскез совершаю и всего остального, почему бы не подтвердить, не сказать, что я Брахмариши? Васиште говорил, нет, ты еще не Брахмариши, как столько аскез совершаешь, ты что, завидуешь? Васиште ничего не ответил. И когда человек охвачен вожделением, хотя внешнее вожделение может не проявляться, но внутри, ну, может быть, такое вожделение может быть как какая-то болезнь, такая скрытая. Ну, Махарадж пример приводит с какой-то болезнью, которая мы в спящем состоянии. Вроде человек здоров, но не очень. И вот Васиштха ничего не ответил, тот начал давить на него, что давай подтверждай, что я Брахмариши, но тот сказал, что время еще не пришло. И тогда что случилось? Вишвамитра
убил сыновей Васиштхи, 8 или 9 сыновей. Такой вопрос, почему столько жестокости? Вроде люди святые, но очень жестокие, отчего это? И вот, ну, убил их в отместку за то, что тот не признал его Брахмарисы. Но тот принципиальный был Васиштхи, поэтому, ну и сделал вид, что ничего не произошло. И через несколько месяцев однажды тот решил убить Васиштху заодно. Как отца Парашурама тоже убили, чтобы отомстить за что-то. И вот этот, как его, Вишвамитра вроде, в полнолуние пришел к Васиштхе, чтобы его убить. И Васиштха со своей женой Арундхути сидели в саду и смотрели на луну. Смотри, какая луна, как прекрасна. Сияние этой луны показывает, как Вишвамитра совершает баджан, его сила не баджан, а аскез. Вишвамитра, точнее, Васиштха говорит, что это лунный свет подобен славе Вишвамитры. Сейчас никого нет, кто столько аскез совершал бы, как он. Вишвамитра услышал это. И ему стало стыдно, что он убил 9 его сыновей и даже хотел убить этого Васиштху. Он прославляет меня, как я, как подобен животному по всей душе. И он побежал к Васиштхе, припал к его стопам, схватил его за стопы и начал просить прощения. «Прости меня, я совершил ошибку, прости меня». И Васиштха Муни взял, поднял его, обнял и сказал: «Сейчас ты достиг уровня Брахмариши, поэтому я могу объявить тебя как Брахмариши, что ты Брахмариши». Понимаете? И вот Васиштха Муни подтвердил в итоге, что он Брахмариши, но перед этим он убил 9 сыновей, всячески вредил, но тот не признавал его, что он Брахмариши, сказал, что еще не на том уровне. Поэтому не могу тебя признать Брахмариши, что бы ты ни делал, но такого сделать не могу. Нужно ждать тебе лет 5, посмотрим, что дальше будет. Посмотрим на твое поведение. Как я могу привести пример? Шри Чайтанья Махапрабху милость раздавал всем, он не был готов дать милость своей матери Шачима. И такая лила была, или Мукунда там, но не мог дать милость Мукунде, поскольку тот не был достоин принять милость, поскольку постоянно ходил. И, как сказать, как хамелеон был, приспосабливался к, приспособленцем был, приспосабливался ко всем сахаджиме и всем остальным, куда бы он ни шел. Поэтому Махапрабху его не уважал, скажем так, и милость не был готов ему дать. О Прабху, столько служений он совершает. Нет, недостоин. Хорошо, я могу дать тебе милость через сотню тысяч лет. Ты должен ждать этого времени.
И тогда брат Шивас Пандита, Шрам Пандита пришел, Прабху готов дать тебе милость через через 10 миллионов лет. И тот был необычайно рад. Махапрабху спросил, почему он танцует, что случилось с ним. И тут ты сказал, что через 100, а через 10 миллионов лет он обретет твою милость. Махапрабху был удивлен такой крепкой верой и сказал, что хорошо, 10 миллионов рождений уже прошли благодаря твоей вере, и поэтому и вот, возвращаясь к предыдущей теме, этот Васишта сказал, что 5 лет подожди, посмотрим, что произойдет. И вот также на пути преданности, но много таких людей, как этот Вишвамитра, которые постоянно спешат куда-то, принимают то, что недостойно принимать, и остальное, поэтому нужно ждать и смотреть на наше сердце. You cannot have any personal desire, no planning, nothing. Nothing you should have. All planning can come from above. Like you see me, I was a street beggar. Вот как я, например, я был уличным нищим буквально. Я зависел только от Нитьянанды. Я пытался сделать все, что могу. Как и Шрила Прабхупада говорил, что я хочу отправиться во Вриндаван в марте вместе с Палгун, но Кришна не одобрил это. Так много вещей случилось. И вот перед Картиком хочу поехать, но это зависит от воли Нитьянанды. Если он одобрит, то я поеду. Мы должны ждать и смотреть. Гуру Вайшнавы, они дадут нам столько пратишти, что мы не сможем ее переварить. Иногда мы в замешательстве можем превратно понять Гуру Вайшнавов. И совершая так много баджана, так много служения, все же иногда люди теряют свое положение. Шрила Прабхупада говорит, что обусловленная душа может пасть в любое время. И обусловленные души — это олицетворение Кала Кришнадаса. Много раз я говорил, если у вас есть какие-то сомнения обо мне, можете мне проверить как угодно. Я соглашаюсь с этим, можно проверить как угодно, чтобы выяснить, нужна ли мне пратишта или нет. Шрила Прабхупада говорит, как гуру может действовать тот, кто находится в таком, как сказать, обзоре. Ну, кто погружен в нечто духовное и не отвлекается на нечто другое. Если посмотреть на глаза садгуру, то можно, как будто он находится в каком-то другом мире,
он не заинтересован в дешевой мирской славе. Он всегда думает о нашем вечном благе, как сделать так, чтобы Кали не смог влиять на нас. И вот много так называемых преданных во время Шрилы Прабхупады хотели занять его положение, его асану. Шрила Прабхупад перед уходом не назначил никого ачарьей. В этом есть свой смысл. В своей жизни я тоже видел много тех, кто хотел занять место Гурудева. Если кто-то хочет находиться на Вьясасане, для начала нужно, человек должен быть достойным. У него не должно быть вожделения в дешевой мирской славе. И вот сначала мы должны обрести милость Харинама Прабху, Гуру Парампары, Гуру Дева, перед тем, как пытаться занять Вьясасану. Вьясасана, она предназначена для Гуру Варги. Нельзя позволять кому попало находиться на Вьясасане. Это не вопрос каких-то сентиментов, политики, это вопрос выживания нашего подлинного «Я». Нужно ждать и смотреть, когда… Даже достигнув высокого уровня, Шрила Прабхупад говорит… Ну, то есть Махарадж говорит, что даже обретя милость Шрилы Прабхупады, и то можно пасть. И Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он… Не выражал ложного эго, был очень смирен. А даже кто-то сказал ему, зачем столько пишете, кто это читать будет. Он сказал, я не пишу для того, чтобы прославиться, или для того, чтобы тысячи людей читали мои статьи и выражали почтение. Нет. Я пишу, потому что Шрила Прабхупад дал мне наставление, дал мне ручку, я пишу по его воле. И вот если… Кто-то находится на Вьясасане, такой человек дает советы другим людям. В то время как я сказал, что есть преданные, в материальном мире можно найти. Они дают советы, но сами этим ничему не следуют из того, что говорят. Таких много. Но ачарья должен не только говорить, но и делать то, что он говорит. Вот если нет ачарана, когда мы полностью утвердились в ачаране, не то что что-то следом, а чему-то нет. И вот в шастрах говорится,
карти ева на парикшан карти жа. Апарикша упадиштам жа жаган насая тат бабе. He is going to give advice, but he cannot apply that advice in his own life to test how much, how far I am elevated. Упадиштам карти ева на парикшан карти жа. И вот есть много людей, занимающих постачарьей, раздают советы направо и налево, но сами ничего не делают из того, что советуют. I can take you and throw into forest. I can see how you can lead your life. I can take away all your physical amenities, all advantage you are enjoying. I can take everything away and throw you away. I can test you how much you have power to do Harinam. Follow? I can test you. After that, I can bring you back and I can. Перед тем, как стать ачарьей, человек должен пройти определенные испытания на веру, на преданность, на что там еще. Ну, хорошо в лесу находиться какое-то время без ничего, кроме святых имен. Вот как Упамани, например. Пример Упамани очень такой высок, мало кто может повторить его. Пример, если я... Doubts? Why not you accept whatever medicine I give you, you have to accept it? Wait and watch. They can give such pratishtha, you cannot digest, you can develop loose motion. Such pratishtha professional can give. If you like, they like to cheat. Ну, суть в том, что мы должны быть искренне. Не пытаться обманывать кого-то, как можно видеть, часто происходит, что в коммерческих религиях и прочих движениях. Шрила Прабхупада иногда тоже подшучивал над такими обманщиками. Who can chide me? Who can speak? You are foolish, idiot. Who can speak now? You gone. Kesava Maharaj crying. Prabhupada, who can speak me? You are foolish. You are foolish. You know nothing. Who can chide me that way? You gone. That is the mood of real disciple. Малейшее отклонение от пути Гуру Падпадмы может сбросить нас с пути Баджана. И вот если мы получаем все учение, через которое приходит через Парампару, I am a very ordinary man, fallen. I think I am nothing, but still everybody putting on close watch on my writing, speech. They can attack me if there is any mistake. If there is any acharan, there is mistake. They can attack me. They are keeping close watch for some of them. Anything different, they can kill me. Be careful. So upadesham karuti eva na pariksham karuti eva. Whatever advice I am speaking. И вот перед тем, как давать кому-то советы, нужно проверить их на своей жизни. И потом уже можно раздавать советы. Так делает настоящий ачарья. То есть он
проповедует то, что делает. Его дела со словами, слова от дел не отличаются. И они находятся в настоящей преемственности. И вот. Вот, если проповедники раздают советы, которым не следуют сами в своей жизни, это, как это сказать, будет, но приведет к разрушению проповеди. Ну, в общем, ни к чему хорошему такое не приведет. Ну, как кто-то там написал книжку какую-то про Расататву. А другой вайшнав послушал имя, он прочитал и понял, что эти люди совершенно не утвердились в татве, написали эту книжку для лапхи, пуджи, братисти, чтобы просто ради дешевой славы, ради дешевой славы, и все. И вот сегодня обратная радха-ятра Джаганнатха Дева. И вот нужно уметь определить обманщиков от подлинных вайшнавов. То есть нужно знать, кто есть кто. Как можно наблюдать, когда Кришна Дас, он вроде бы с Махапрабху, с самим Бхагаваном, даже с смотрите, Кришнадас получил такую возможность служить самому Махапрабху. И вот так же мы, если обретаем такую золотую возможность обрести связь с Шрилой Прабхупадой, Бхактисиддханта Сарасвати, Гуру Варгой, но если обусловленные душами, полные ложного эго, я не могу вам какие-то планы строить. Все, что вы делаете, делайте. И вот написано, что Расататва можно привести множество свидетельств силы Кешава Госвами Махараджа, Бхакти Памадпури Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа, Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура, Бодхидхара Госвами Махараджа. Откуда эта глава Расататвы появилась, где вы взяли? Много преданных, где приходят ко мне, говорят о себе, как ученики того Ачарьи, чтобы получить какую-то пратишту. Потом я задаю какие-то наводящие вопросы, не понимаю, что к чему. Sometimes we cannot understand. Secretly there can be some jam. Disinfectant we use, then corona jam can totally. If you take disinfectant and sterilizer, then all jam. So I can use sterilizer to clean your heart. You have to wait and keep the source. Surely you can get. Because Vaishnava is Vanchakar Guru. I am not Vaishnava, I Guru Bhargava is Vaishnava. И вот наша Гуру Варга никогда не говорила, что
или все наши Госвами, Вишванатха, Джива Госвами, все остальные, они никогда не говорили такого, и когда тут некоторые ачари несут, сначала нужно стать достойными в Намбаджане, потом дальше и дальше, но те ачари сделали асататву очень дешевой. Они не смотрят за своими качествами, пытаются рассказывать сказки, что никакие преданные в обратной Адхаятре не участвовали, хотя если посмотреть на их жизнь, что они даже уровень Бхаджана Крии не прошли, даже сегодня. И вот Гуру Махарадж, когда кто-то заявляет о себе как международный проповедник, хотя если посмотреть на таких людей, не даже уровень Садхана Крии не прошли, уровень Анугати, если ну, то, что говорят много, а делают мало, и по их уровню бхаджана можно видеть, что они еще начальную стадию не прошли. И вот Шрила Прабхупад говорит всем, что мы должны помнить особую разницу между садхана бхакти, бхава бхакти и према бхакти, что мы должны помнить эту разницу, иначе мы будем запутаны. Люди одурачат вас. Лучше поздно, чем никогда. На английском такие эти выражения такое есть. Лучше ждать, после подождать. Мы станем достойными и сможем дальше продвигаться. Но если кто-то хочет захватить Висасану, то ничего хорошего не произойдет. Такие люди убьют как себя, так и другие, так и своих последователей. И вот та шлока, с которой начал, в ней говорится, что то, что вы не проверили в своей жизни, такие советы не стоит давать другим. То бывает, что люди что-то прочитают и начинают советовать другим, не проверив в своей собственной жизни такие советы. Опарикша Упадиштамья Джаганнасайо Татбаве. Follow. So, I agree with you. Я согласен с вами, что на обратную Адхаятру Гаудии не тянут, но кто такие Гаудии? Если посмотреть Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шридхар Махарадж, я, кто такие Гаудии, надо для начала прояснить. Здесь написано, что Гаудии, но опять же, кто такие Гаудии? Смотрите, Санатан Госвами себя в число всех преданных Гуранги не причислял, иначе мог бы ходить в храм Джаганнатха. Почему он не ходил в храм Джаганнатха? Думал, что он падшая душа, служил мусульманам, поэтому недостоин, мало того, что не то, что заходить в храм Джаганнатха, даже по главной дороге. Он думал, что он не имеет права ходить, то, что панды ходят, могут задеть его случайно, оскверниться. Поэтому он даже главной дороги избегал на всякий случай, там, где львиные ворота. И вот поэтому ходил всякими окольными путями. Если Санатана Рупа Госвами выражает такое смирение и Калидас Такур, то почему бы нам не иметь подобное смирение? Соглашаетесь ли вы с этим или нет?
Если Рупа Санатана не имеет такое смирение, то или кто-то бросит Но с другой стороны, Рупа Санатана, тут какой-то пандит пришел к ним, они даже не стали тратить на него время, просто написали бумажку, что побеждены этим пандитом, и все. Но опять же, кто кого победил, то есть, по сути, не было настоящего состязания. И еще много людей боятся встретиться с абсолютной истиной, они очень боятся этого. Поэтому мало кто может достичь Рупануга Бхаджана. Но та группа возмущается и говорит, что чистые преданные не должны участвовать в обратной Ратха-Ятре. Но есть ли у нас такое настроение или нет, или мы обманщики? Я хочу проверить вас, кто вы. Кто вы, как все Чайтанья Махапрабху сам участвовал в обратной Ратха-Ятре, это описывается в его жизнеописании, для чего он это делал. Потому что всегда настроение Махапрабху было таково, что он во Вриндаване, когда он тянул колесницу Джаганатха назад, он никогда не выражал свое настроение, что он в Двараке нет. Кто-то может сказать, хорошо, может, Дашивас пандита или еще кого-то, но это опять же не значит, что Махапрабху изменил свое настроение. И вот сейчас он в Двараке, в Матхуре или в Курукшетре. Никогда даже никакого ни единого свидетельства нет, что Махапрабху в обратную Ратха-Ятру он говорил, что он в Матхуре. Когда он в обратной Ратха-Ятре, в то время Махапрабху всегда был во Вриндаване, и это подтверждено Адвайта Гасаям. Когда Махапрабху вернулся окольным путем, Нитьянанда его как-то запутал, чтобы тот пошел не туда, куда шел. И вот таким образом Махапрабху вернулся в Навадвипу, потом в Шантипур и Адвайта Гасай. И Нитьянанда Прабху. Он принял омовение в Ганге. Махапрабху, точнее, вот Махапрабху принял омовение в Ганге, удивился Ачарья Гасая. Как вы тут? Откуда вы знаете, что я во Вриндаване? И Адвайта Гасая сказал, на самом деле, где бы ты ни находился, это место зовется Вриндаван. Сейчас мы очень удачливы, что ты пришел в Шантипур. Как Шантипур? Я тут во Вриндаван шел, Нитьянанда обманул меня. И поэтому я пошел не туда, куда надо. Я думал, что принимаю омовение в Ямуне. Адвайта Гасая сказал мне, где бы ты ни был, это есть Вриндаван. И вот я могу привести такие прямые доказательства. Адвайта Гасая сказал, где бы ты ни находился, это есть Вриндаван. И сейчас я принимаю омовение в Ганге. Но опять же, это Ганга на одной стороне, Ганга на другой Ямуна. И поэтому это такой поток Ямуны. Сейчас вы принимаете омовение в Ямуне, да, правильно. Нитьянанда не может говорить лжи. И вот Махапрабху. И вот each and every time or fraction of second
Я могу доказать, что Махапрабху каждую часть секунды находится во Вриндаване, никогда он не выходит оттуда. В Чайтанья Бхагавате это говорится. Кто-то, те, кто не находится на пути Рагануга Бхаджана, но опять же, когда Си Чайтанья Махапрабху пошел получить Дарсу Джаганатха, хотя, смотрите, наши преданные в Двараку не ездят. Вот один пример могу привести. Один какой-то баба отправился в Двараку, тогда вернулся. Кришнадас Бабаджи Махараджу тут сказал, где ты был. Ну вот, преданные тут в Двараку поехали, я с ними поехал. А зачем? Ты принял прибежище в Радхаране, я думал, приходил ко мне, тут в Двараку уехал. А еще эти, ну, в той сампрадае, не, в этом учении, а в Двараке, точнее, еще эти тилаки ставят раскаленным железом. И вот Кришнадас Бабаджи Махараджа увидел этот тилак и сказал, что мы тебя уже больше не сможем принять, поскольку ты вышел из группы Радхарани, отправился в Двараку. Ну все, ну все, на этом Радхарани тебя уже не примет никогда. И вот этот Бабаджи Махарадж, что с ним было потом, он очень, мягко говоря, был очень опечален. Он буквально оставил тело от таких переживаний, сгорел от волнения. Закрыл окна, двери в своей комнате, там переживал очень сильно от такого чувства разлуки с Радхарани, в итоге сгорело. Когда двери выломали, увидели, что одна голова осталась, а все сгорело. Такое чувство разлуки у него было. Я не шучу. Мы не можем шутить с Гаудия Бхаджаном, когда эти преданные предлагали Чандан Махапрабху, он моментально высыхал из-за огромного чувства разлуки. И вот этот Бабаджи Махарадж оставил свое тело, он не смог потерпеть, что сейчас он вышел из группы Радхарани, посетив Двараку, получив там тилак местный. Но мало кто, Шрила Прабхупад настолько серьезен, что мало кто может принять его. Однажды Шрила Прабхупад был в своем Баджан-Кутире в Чайтанья Матхе. Ему принесли обеденный просад Парамананда Прабху. Парамананда Прабху пришел, принес тарелку просада Шрила Прабхупад. Был отрешен, молчал, смотрел в сад. И вот Парамананда Прабху сказал, просад принес, поешьте. Он ушел по другим делам и через полчаса приходит и смотрит, Шрила Прабхупад смотрит в окно, в сад. Парамананда был растерян, что случилось. Вы еще не поели. Уже 40 минут прошло, как я принес. Что вы там смотрите? Шрила Прабхупад сказал, я смотрю, что вся ваша удача сгорела. И вот я это смотрю и думаю, я хотел так много дать вам, но ваша удача столь мала, что все сгорело. И это был ответ.
Я услышал это из авторитетного источника, кто-то родился здесь, в Дамабасе, Парвад Махарадж. И от Парвад Махараджа, Сага Махарадж, он узнал и он мне рассказал. Шрила Прабхупад сказал такие слова. Ничего не осталось, это наше состояние. И сейчас, если мы хотим дать что-то настоящее, мало кто это сможет принять, принимает только какую-то дешевую философию. Ну что вы можете дать мне? Ваша преданность, настоящая преданность. Мы не можем... Я люблю вас, если я вижу, что вы любите меня всем сердцем, и тогда я могу дать вам нечто ценное. И вот обратная Радха Ятра, мы тоже не можем... Мы не можем сказать, что Махапрабху даже на 6 секунды выходит из Враджа Бавы. Поэтому Махапрабху, когда видит Джаганатха внутри храма Джаганатха, откройте уши и слушайте. Когда Махапрабху видит Джаганатха, что это значит? О, Сахаджи, какие вы гаудии, я не думаю так много вот, убрали с этих строк, как здесь говорится. А такая Сиданта Сахаджи ее переначивает на совершенно другой лад. Здесь говорится, что Махапрабху всегда находится во Вриндаване, даже когда он смотрит на Джаганатха, находясь за Гарудастампхой, все же он видит Кришну, который обнимает Радхарани, он видит Джаганатха его такой даршан. И мой вопрос к Сахаджи, ваш гуру такого не говорил. Что, и можно понять, что Махапрабху всегда во Вриндаване, обратная Радха Ятра для гаудии как бы запрещена. Но опять же, кто такие гаудии? И если, я уже сказал, если нет вопроса Баджана Кри, как я могу говорить о себе как о гаудии, если даже уровень Баджана Кри не начался, и мы не находимся в Анугате с Гуру Парампарой, как мы можем говорить, откуда этот вопрос борьбы с расой татвой возникает, где эта раса вообще, и где мы, находясь еще на Садхана Кри, или даже не начав первую ступень, что толку таким людям говорить о расе? И вот наша Гурвага, Шанта Госвами Махарадж, они говорят то, что они заняты материальной расой. Если проверить, можно... Ну, вот, например, как можно проверить медовых пчел, если положить где-то мед, то пчелы автоматически сами слетятся на этот мед. Или муравьи на сладости бегут, будут пытаться наслаждаться этим медом, но опять же, часто так происходит, если они прилипают к этой сладости, к меду и погибают там. И такая сахаджийская расататва, она затягивает, и как болото. Или, ну, как такой пример с медом, что эти сахаджисты мясо к такой расататве, и как муравьи и всякие летающие насекомые, они там прилипают, затягиваются этим медом и погибают в итоге. Вот такая вот сахаджийская расататва. You can come with me.
I cannot allow you to do anything, whatever service you are doing, go on. Or maybe within 5 days, I can approve you. I can watch your body. Germless, then I cannot. I am not sorry, I cannot allow. So, и вот если мы, кто-то хочет напасть на Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджа из-за того, что он говорит о том, что Ратха-ятра в Навадвипе, в Майяпуре не должна организовываться, поскольку это Гупта Вриндаван, это правильно. Это правильно Сиддханта, если кто-то Ратха-ятра начинает Радхаятру в Майяпуре, по крайней мере, нужно снаружи, откуда-то Джаганатха сюда привозить. Это более гармонично будет. А если тут Радхаятру организуют, то смысл какой в ней? И вот Радхаятра олицетворяет так, что Акура Кришна Балараму увез. И снова суть в том, почему Шрила Кешава Госвами Махарадж организовал Радхаятру. Вопрос такой возникает. Я искал множество книг, этих дневников его прочел. В итоге в Девананда-годе Матхе я писал статью на эту тему и спросил, почему Шрила Кешава Махарадж организовал Радхаятру там. И внезапно, давно, лет 60 назад, или около того, в Гауди Патрике была статья, то, что в соответствии с желанием Шрила Кешава Госвами Махараджа они соблюдают Радхаятру. И вот в результате, перед тем, как сказать какое-то слово или что-то людям сказать, я это все досконально выясняю, нахожу свидетельства, доказательства этому. И вот как это все привести в гармонию между этими противоречащими утверждениями. Первое, Шрила Кешава Госвами Махарадж, перед тем, как оставить это тело, он хотел организовать Радхаятру для всех обусловленных душ. И вот суть в том, думаете ли вы, мой вопрос вам, думаете ли вы, что Шрила Кешава Госвами Махарадж глупый человек, что у него нет представления о Расататве и остальном? Вопрос к вам такой. Шрила Кешава Госвами Махарадж, океан Сиддханты. Я думаю так. И вот он, океан Сиддханта Вичара, никогда ни единой ошибки не было в его жизни. Как мы можем сказать, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, он, даже зная это все, что почему он организовал Радхаятру в Гупта Вриндаване, что является антирасататвой. И вот Сиддхартха Госвами Махарадж таким образом не думал. Шрила Кешава Госвами Махарадж и Сиддхартха Госвами Махарадж, они были друзьями, близкими друзьями, поэтому, когда Свами Махарадж хотел получить саньяс от Сиддхартха Махараджа, тот послал его к Кешаве Махараджу. А тот Кешава Махарадж послал Сиддхартху Махараджу, в итоге он ходил, и все же у Кешава Махараджа саньяса получил. И вот вопрос возникает, как это все гармонизировать, хотя противоречащие эти утверждения. И вот гармония в том, что Шрила Кешава Госвами Махарадж
знал, что у местных преданных нет никакой возможности совершать рагануга баджан. Кто-то может достойно, их очень мало, и они в тени. И поэтому, если я организую радха-ятру здесь, что плохого? Радха-ятра, все посторонние люди получат возможность тянуть эту радху, с Джаганатхом обретут какое-то сукрити. Джаганатх обещает вот в этой шлоке то, что те, кто увидят его на радхе, они больше не родятся в этом мире. И также во время радха-ятры можно совершать киртаны, говорить харикатху. Будет поток харикатхи. Можно раздавать просад и все остальное делать. И поэтому почему бы не подумать, что это такая лила Шрила Кешава Госвами Махараджа. Как в Раджавасе, а не Шрила Кешава Госвами Махараджа. Он в Раджавасе, почему бы не подумать, что в Раджавасе они Кришну на колесницу поместили, чтобы поиграть с этой враджадамой. Почему думать, что Акура забирает Кришну Баларама из враджа? Ну, поскольку с одной стороны с Деванадагоди Матха они до Рада Базара едут на этой радхе. И вот кто-то мне спрашивает, что я думаю о радха-ятре Читания Матха. Я говорю то же самое. Во время Шрилы Прабхупады никакой радха-ятры не было, но в Читании Матхи. Таким образом, если думать так, что в Раджавасе эти играют с Кришной. Они даже носят Кришну на своих плечах, поэтому и радха-ятру могут сделать. И для посторонних людей возможность принять прасад, услышать харикатху, киртаны, потянуть джаганатха на его радхе. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж такие мыслями это делал, и Шридхар Махарадж тоже прав. И таково. И вот он, таким образом можно принести благо обусловленным душам. И под именем Радха-ятры они организовывали праздник Харикатхи, и говорится. И вот статью Махарадж прислал, опубликуют скоро. И вот перед тем, как превратно меня понять, нужно понять и иметь надежду, что... Вот смотрите, я никогда не... Копейки денег у Гуру Махараджа никогда не брал. Никто не может доказать обратного. Гуру Махарадж никогда не давал мне пратишту перед другими. Сейчас вайшнави пратишта сама приходит. Мы можем разгневаться, если у нас какая-то корысть. И вот гнев может показать, что у нас есть какая-то, ну, какая-то болезнь, инфекция, пратишта. Поэтому перед тем, как что-то сказать о ком-то, нужно не спешить, а подождать, посмотреть. You cannot digest. You have to wait. I promise you. So, Ratha Yatra festival, you understand? Return Ratha Yatra.
И вот Баладев статью Махарадж написал о том, что ну, то, что Баладев упал с Радхи во время, когда его поднимали, ну, перемещали. То есть это признак чего-то неблагоприятного, что случится непонятно. Из Канда Пурана я цитировал одну шлоку, там говорится, что если Джаганнатха брать из храма и уронить в процессе, нужно очень подготовиться, предостеречься, застраховаться, чтобы не уронить случайно его. Но он тяжелый, несколько сотен килограмм весит. А если так это божество уронить, то какие-то проблемы будут. Ну, там кого-то повредило, кости переломало, но неудивительно, сколько это божество весит, с такой высоты упасть, кубарем прокатиться. И поэтому вот тех, кто этих сороков придавило, но так или иначе это значит, что что-то неблагоприятное будет с земли. Поэтому должны быть осторожны, иметь терпение, совершать баджан. Шрила Прабхупад много раз говорил, что мы должны совершать баджан. И и вот мы должны слушать Харикатху, я обещаю вам, вы обретете результат. Нужно иметь терпение, повторять все это именно, слушать Харикатху. Манашикшу, Падишамриту и остальные. И вот праздник Радхаятры, когда Джаганнат приходит назад, но в то время настроение Шримана Махапрабху было не то, что он вне Враджадамы. И вот такая философия, мы должны... Почему бы не подумать, что во Враджадаме это все происходит? Колесница не значит, что он уезжать из Враджа должен. Ну, эта колесница может просто для какой-то лилы, не обязательно уезжать из Вриндавана. Почему бы так не подумать? Некоторые люди не могут все это гармонизировать, заявляют, что Шридхар Махарадж какой-то рыбак и прочее, непонятно чем занимающийся. Я не знаю, куда такие люди попадут в дальнейшем. Дальше смотрите. Мать Махапрабху даже в уме плохо подумала о Адвайта Гасае, ничего даже вслух не произнесла, но Махапрабху все равно узнал ее мысли, поэтому мы должны быть уверены, Гуранга Нитьянанда не находится в нашем сердце. Если мы лицемерны, то будем наказаны, а если искренне, то будем поощрены. Somebody can express adversity. Like Ramchandra Puri giving advice to Madhavendra Puri. Hey, why you are crying? Why not you look? You are Brahma. Madhavendra Puri got very angry. I don't like to see you. И вот как Мадхавендра Пурипат, его какой-то ученик,
пытался давать наставление, что он Брама и то и все. Но тот был, стал очень недоволен и выгнал его. И вот праздник Радха-Ятры, таким образом мы должны принять его, и если все это запутано, то одни проблемы будут на сегодня конец. Thank you.